сегодня Международный день инвалидов. Соответствующие резолюции были приняты Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1992 году, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями. В республике проходят множество мероприятий, посвященные этому дню. Одной из площадок празднования стал Дворец культуры имени Хузангая. Четвертый год подряд Чувашская региональная общественная организация «Свобода» в этот день проводит необычный инклюзивный концерт. На сцене вместе с артистами чувашской эстрады и профессиональными танцевальными коллективами города люди с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом желающих принять участие в таком необычном концерте все больше. Тот, кто раньше стеснялся и не мог выйти на сцену, сейчас с удовольствием выступают, признался основатель общественной организации «Свобода» Павел Никитин. Своим примером они доказывают, что ничего невозможного нет, и все границы условны.